Всем добрый день, всем доброе утро, у кого какое время суток. Так, администратор наш пишет, что все в порядке. Хотелось бы еще, Андрей, спасибо за обратную связь. Кто-нибудь еще напишите, несколько человек, пожалуйста, все ли в порядке, все ли слышно, все ли видно. Все хорошо, окей. Так, замечательно, тогда давайте будем начинать. И для начала я озвучу вообще план нашего сегодняшнего мероприятия. Представлюсь для начала, если вдруг кто-то меня не знает. Меня зовут Аникина Юлия Николаевна. Я врач-консультант учебно-методического центра и бренд-тренер Жермен де Капучини в России. И сегодня у нас будет с вами такое интересное мероприятие, посвященное новой программе от Жермен де Капучини. Это программа «Целью программ плюс». Я немножечко расскажу вам о наших новых продуктах. Буквально не буду очень подробно, да, то есть у меня буквально полчаса, то есть я просто освежу в памяти, да, для тех, кто был уже на моем вебинаре в апреле, да, я подробно рассказывала про эту программу, поэтому сейчас так коротенько просто напомню. И, конечно, основным таким на нашем мероприятии гостем будет Мария Эппл, это тренер из Испании, которая проведет мастер-класс. Я думаю, что именно ради этого вы все сегодня и собрались, наверное, да, посмотреть, соответственно, программу, посмотреть массажные техники, посмотреть новые аксессуары, которые применяются в программе. Вот, поэтому я не буду больше задерживать, скажем так, ваше внимание и, собственно говоря, начинаю. Итак, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Это такая новая концепция по коррекции фигуры, по борьбе с целлюлитом, которую мы называем топ-шейп. Топ-шейп – это такая четырехшаговая, скажем так, модель по борьбе с целлюлитом, ну и по коррекции фигуры, как я уже сказала. Я сейчас не буду долго рассказывать о патогенезе целлюлита, о его стадиях, да, если кто-то, кому-то это интересно, вы можете попросить ссылочку на наш вебинар вот апрельский, там, где я достаточно подробно об этом рассказывала, поэтому сейчас только хочу сказать, что целлюлит – это проблема очень актуальная, я думаю, что вы со мной согласитесь, да, то есть вот статистика показывает, что до 98% женщин имеют ту или иную стадию, ту или иную форму целлюлита, то есть действительно эта проблема очень актуальна, и для того, чтобы с ним побороться, устранить его, требуется, конечно, определенный пошаговый план и много терпения и настойчивости. И вот какую же концепцию предлагает нам компания Жермен де Капучини? Концепция топ-шейп – это идеальный план для полного такого ремоделирования фигуры. Эта программа, этот план рассчитан на месяц работы, да, и включает 4 шага. Это профессиональная программа «Целью программ плюс», о которой я сейчас вам расскажу. Это домашний уход, также новый продукт, очень интересный. Это сбалансированное питание и это фитнес, да. И вот наши испанские коллеги предоставили нам вот такие замечательные фотографии до и после вот этого вот 30-дневного плана действий, да, то есть 30-дневной программы. Итак, шаг первый. Шаг первый – это профессиональный уход. Как я уже сказала, наша профессиональная программа называется «Целью программ плюс». Как вы видите на слайде, это набор, рассчитанный на 8 процедур. Выполняем мы их два раза в неделю, да, то есть в течение 4 вот эти вот 8 процедур. Данная программа обладает как липолитическим действием, так и дренажным, детоксицирующим, а также укрепляющим, ремоделирующим действием. В состав программы входит более 20 различных активных ингредиентов, которые работают с различными проблемами, вы видите на слайде, это и уменьшение жировых отложений, и уменьшение выраженности целлюлита, причем разных его форм, и лифтинг и укрепление кожи. В этой программе используются очень интересные массажные методики с оригинальными аксессуарами, как раз вот эту технику нам и покажет сегодня Мария Эппл. Ну, а мы с вами давайте поподробнее разберем, из чего же состоит наша программа. Программа состоит, на самом деле, из двух шагов. Это липодренажная система и это такое подтягивающее, уменьшающее объем масло-бустер. Что касается липодренажной массажной системы, она состоит у нас из двух частей. Да? То есть, как вы видите на слайде, это саше с порошком и это флакон 500 мл с гелем. И сейчас я вам поподробнее расскажу, что же входит в состав нашей липодренажной системы.
Итак, порошок. Да? То есть в состав программы у нас 8 вот этих вот саше с порошочком. В состав программы у нас входит 4 энзима, да, или фермента, по-русски говоря. Первый фермент – это кератиназа. Напомню, что кератиназа – это биотехнологический фермент, да, то есть его в природе не существует, он создан искусственно, но тем не менее он обеспечивает такое прицельное воздействие на кератин рогового слоя, соответственно, обеспечивает вот деградацию кератина роговых чешуек, за счет чего происходит поверхностное отшелушивание. Папаин и бромелайн, еще два фермента, это уже растительные ферменты, которые, соответственно, получают из папайи, бромелайн из ананаса, и они оказывают также такое вот протеолитическое действие, то есть работают как энзимный пилинг, поверхностную деликатную эксфолиацию осуществляют, и кроме того, они оказывают фибринолитическое действие. И четвертый фермент – это гиалуронидаза. Гиалуронидаза способствует деполимеризации мукополисахаридов. Да? Ну, вот здесь вот немножко поясню. Дело в том, что на определенных стадиях целлюлита, в частности, в момент именно отека и застоя, у нас происходит полимеризация гиалуроновой кислоты. То есть она становится более плотной, более высокомолекулярной, и это способствует задержке жидкости. Поэтому, когда мы с вами оказываем вот такое деполимеризующее действие, то мы сокращаем плотность вот основного межклеточного вещества, сокращается давление на клетки, да, в межклеточном пространстве, и также это облегчает проникновение других активных компонентов в кожу. Далее, что касается состава геля. Ну, вы видите, здесь достаточно у нас уже богатый состав, много экстрактов, и в первую очередь это векторизованный кофеин. Что касается кофеина, вы прекрасно знаете, что он является липолитиком, да, то есть, соответственно, способствует расщеплению триглицеридов в жировых клетках, а также кофеин улучшает, усиливает микроциркуляцию. Что значит векторизованный? Это значит, что молекула кофеина у нас соединена с молекулой фосфолипида. Таким образом, наше вот это вот соединение становится более, ну, скажем так, легче проникает через наш эпидермальный барьер, да, то есть это способствует его транспортировке через роговой слой эпидермиса. Второй компонент нашего геля, да, это экстракт маки перуанской. Это растительный экстракт, который прежде всего оказывает фибринолитическое действие, то есть размягчает, скажем так, фиброзные вот эти вот соединительно-тканные септы, да, делает их более подвижными, более эластичными. И экстракт маки обладает еще и дренажным действием. Экстракт имбиря, да, вот это вот новый ингредиент в программе, он прежде всего тоже улучшает микроциркуляцию, способствует дренажу, способствует выведению токсинов из тканей и оказывает сосудоукрепляющее действие. Экстракт эсцина, мы с вами его прекрасно знаем, его выделяют из конского каштана, да, то есть это венотоник и противоотечный, собственно, компонент. И вот растительные экстракты лимона и клюквы содержат флавоноиды, содержат витамин С, поэтому тоже выступают в качестве капилляропротекторов и препятствуют возникновению отеков, да, то есть вот такой состав у нашего первого шага профессиональной программы. Липодренажного обертывания. Как же мы поступаем, да, какой способ применения? Мы с вами смешиваем содержимое одного саше, то есть порошочек, да, с 50 мл геля. В состав набора входит специальный мерный стаканчик, поэтому нет никаких здесь сложностей, да, отмерить 50 мл геля. Смешиваем при помощи шпателя, и вот такую полученную субстанцию мы наносим с вами на тело нашего пациента от ступней до области под грудью. И, собственно, по вот этому вот гелевому такому обертыванию мы проводим в течение 15 минут лимфодренажный массаж. И нам сегодня Мария это продемонстрирует. После того, как мы выполнили массаж, мы удаляем наше средство при помощи влажных теплых рукавичек. И приступаем ко второму шагу нашей профессиональной программы. Это массаж по специальному массажному маслу-бустеру. Это масло, хотелось бы отметить, 100% натуральное, да, то есть оно состоит из смеси растительных масел и обладает очень разнообразным действием. Сейчас мы с вами поговорим об этом. Итак, один из компонентов этого масла – это масло гранатовой косточки. В состав этого масла у нас входит гранатовая кислота. Это один из видов омега-5 кислот.
И вот эта кислота, она обладает таким многомерным действием. Первое – это ограничение липогенеза, то есть препятствует накоплению жира в жировой клетке. Второе – это активизация липолиза, то есть расщепление триглицеридов в жировой клетке до, соответственно, глицерина и жирных кислот. И третье действие – это антиоксидантное. И вот на самом деле в нутрициологии именно масло граната знают как мощный антиоксидант при приеме внутрь, по крайней мере. Дальше. Второе масло – это масло кофе, масло зеленого кофе. Его получают из семян кофе сорта арабика. И это масло обладает термогенным действием, то есть оно разогревает ткани и, опять же, усиливает липолиз, усиливает микроциркуляцию. Масло черного перца. Ну, несложно догадаться, что оно, конечно же, тоже будет у нас оказывать такое термогенное действие, будет разогревать и тоже улучшать микроциркуляцию. За счет этого стимулировать процессы липолиза. Масло лесных ягод получают вот из земляники, малины и ежевики, содержат полифенолы и обладают сосудоукрепляющим действием. Масло центеллы азиатской содержит терпены, фитостеролы, которые противоотечное действие оказывают и укрепляют кожу. Масло фундука – полиненасыщенными жирными кислотами, благодаря чему улучшается кожный барьер, кожа у нас становится более эластичной, более гибкой. Абрикосовое масло, да, то есть из семян абрикоса обладает успокаивающим, смягчающим действием и также придает коже гибкость. Масло березы богато бетулиновой кислотой. За счет бетулиновой кислоты предотвращает действие эластаз и коллагеназ, да, то есть как бы защищает от деградации волокна нашей дермы. И, наконец, миндальное масло богато жирорастворимыми витаминами А и Е, богато линолевой кислотой. Поэтому также способствует питанию кожи, укреплению эпидермального барьера, оказывает успокаивающее и смягчающее действие. Вот такое вот насыщенное, замечательное, 100% натуральное масло. По этому маслу мы выполняем с вами массаж. Массаж проводится при помощи специальных аксессуаров. И вот один из них вы видите сейчас на слайде. Это массажер для липодренажного массажа. Соответственно, при помощи этого массажера мы проводим массаж, ну, на тех зонах, которые нуждаются у нас именно в уменьшении объема, в дренаже. Ну и, как я уже сказала, Мария сегодня нам продемонстрирует эту массажную технику. Второй аксессуар, который мы будем использовать в ходе нашей процедуры, это массажер для лифтинга и борьбы с дряблостью, да, ферм-массаж-роллер, вот такого вот яркого, красивого цвета фуксии, который сам по себе этот цвет символизирует, скажем так, вот подтягивающее такое укрепляющее действие. Обратите внимание, что эти массажеры, они многоразовые, да, они прекрасно моются при помощи мыльного раствора, их можно стерилизовать в ультрафиолетовой лампе, да, то есть это действительно, ну, такие вот помощники нам в работе, да, облегчают нашу работу и оказывают более интенсивное такое воздействие. Вот посмотрите, вот так выглядит набор, да, набор из этих двух аксессуаров в мешочке, таком красивом с логотипом Germaine de Cappuccini. И код на слайде тоже вы видите, код этого набора. Суммируем, да, все вышесказанное. То есть наша программа, целью программ плюс, это динамичный современный протокол, основанный на как активных ингредиентах, так и на действии массажных техник, да, вот с использованием массажных аксессуаров. И эта программа позволяет нам достигать видимых результатов уже в течение 4 недель, да, когда мы выполняем с вами эту программу. Значит, преимущество именно обновленной программы «Целеупрограмм», да, «Целеупрограмм плюс». Во-первых, усилено ремоделирующее действие этой программы. Добавлен такой компонент, как экстракт имбиря, да. Время процедуры сократилось у нас до 50 минут. И количество уходов сократилось с 10, как было в нашей программе «Целеупрограмм», да, до 8. То есть рекомендуемое количество процедур – это 8. За это количество процедур мы с вами получаем хорошие результаты. Еще раз повторюсь, делаем процедуру 2 раза в неделю. Ну и вот 2 массажера, о которых я уже рассказала, вы видите их на слайде. Далее. Теперь мы приступаем к первому шагу нашего плана. Да? Напоминаю, мы говорим о топ-плане, это план по коррекции фигуры. И второй шаг – это домашний уход. И здесь мы тоже вас хотим порадовать новинкой.
новый продукт для домашнего применения. Это крем-гель для интенсивного уменьшения объема. Да, называется он Defiant and Fit 24 часа. Действие активных ингредиентов этого средства основано на хронобиологии жировой ткани. Дело в том, что днем и ночью в нашей жировой ткани происходят разные процессы. Да? Вот давайте об этом немножко поподробнее. Что происходит ночью? Ночью в основном у нас происходит дифференцировка адипоцитов. Да? То есть мы с вами, еще раз напомню, адипоциты – это жировые клетки, да? И именно накапливать жир способны только зрелые жировые клетки. Соответственно, вот ночью именно происходит дифференцировка и созревание, да, адипоцитов. Дальше, ночью в состоянии покоя у нас идет так называемый базальный липолиз, да, то есть активизируются липолитические процессы, и при этом за счет того, что спим мы все-таки в горизонтальном положении, да, у нас облегчаются процессы дренажа, да, когда мы с вами именно лежим. А днем у нас другие процессы происходят. Днем в основном активизируется липогенез, то есть накопление жиров в жировой клетке, в то время как липолиз замедлен, да, то есть днем у нас начинает преобладать вот именно процесс запасания, скажем так, жира. А давайте посмотрим, какие же компоненты входят в состав нашего средства. Это растительные экстракты. Экстракт буксус синика – это самшит, самшит мелколистный. И пимпинелла анисум – это, собственно, анис, да, или еще его называют там бедренец, бедренец анисовый. Как работают эти экстракты? Во-первых, они блокируют, ингибируют дифференцировку адипоцитов и их созревание. Да? Соответственно, как бы препятствуют накоплению жира в жировых клеточках. И активизируют базальный липолиз в период покоя, да, то есть во время сна, когда мы с вами отдыхаем, не занимаемся какой-то физической активностью, у нас активизируются процессы, соответственно, липолиза. Далее, второй компонент – это мака перуанская. Она у нас присутствовала также и в профессиональной программе, напомню, да, и именно этот экстракт оказывает дренирующее действие и антифиброзирующее действие. И, наконец, еще один компонент – это экстракт планктона. Вот экстракт планктона – это очень интересный компонент, причем вот обращаю ваше внимание, что были проведены клинические исследования, которые показывают, что применение экстракта планктона дает нам эффект, который, скажем так, имитирует эффект от физических упражнений. Дело в том, что когда мы с вами выполняем какие-то физические упражнения на выносливость, да, то есть небольшая сила, но большое количество повторений, то в нашей жировой ткани вырабатывается белок, который называется адипонектин. И вот этот белок, он стимулирует мышечную ткань, да, то есть укрепляет и стимулирует мышечную ткань. И вот исследования показали, что применение экстракта планктона также способствует выработке адипонектина. Поэтому мы получаем с вами такой эффект фитнеса без фитнеса. Да? Вот. Хотя об этом я скажу еще чуть позже. Если мы наносим это средство перед спортом, да, перед физическими упражнениями, то этот эффект работает более интенсивно. И кроме того, экстракт планктона еще и повышает энергетический уровень, скажем так, клеток, оптимизирует, активизирует метаболизм, и, соответственно, тоже процесс липолиза у нас усиливается. Ну вот смотрите, опять же, резюмируя вышесказанное, да, что у нас ночью происходит? Ночью у нас происходит антинакопительное действие, потому что наши экстракты самшита и аниса, они ингибируют дифференцировку адипоцитов и, соответственно, не происходит накопление жира, да, в жировых клетках. Во-вторых, ночью у нас активизируется дренаж и дефиброзирующее действие за счет нашей маки перуанской, ну и за счет того, что мы просто с вами в горизонтальном положении находимся, да. Вот, таким образом, вот ночью вот такие вот у нас эффекты будут работать. Днем у нас, опять же, будут работать самшит и анис, они будут как бы балансировать, налаживать вот этот баланс между процессами липолиза и липогенеза, да, вот. И самое главное, вступает в действие наш прекрасный экстракт планктона, да. И вот здесь вот еще раз хочу отметить, что занятие фитнесом, вообще какой-то физической активностью,
усиливает это действие, да, то есть вот выработку вот этого адипонектина и в том числе и укрепление и подтяжку мышц, да, то есть это немаловажно. Итак, каким же образом мы используем данное средство? Ну, во-первых, рекомендуется применять его дважды в день, да, утром и вечером. Естественно, ну, желательно после душа, а если еще в душе мы немножечко используем какую-нибудь щеточку, да, и как бы подготовим наши проблемные зоны для лучшего проникновения, будет вообще тогда очень здорово. Кроме того, еще раз напомню, что вот перед спортзалом, перед занятием дома, там, да, каким-то, какой-то зарядкой, физической нагрузкой, опять же, мы рекомендуем нанести это средство на проблемные зоны. Ну и, собственно, вы видите вот такие схематические, да, картиночки, каким образом мы его наносим. Средство достаточно легкое по текстуре, оно впитывается довольно быстро, не оставляет никаких жирных следов, не пачкает одежду, очень приятный запах. Поэтому буквально в течение нескольких минут вы его наносите, и вот такими вот пощипывающими, растирающими, разминающими движениями, соответственно, массируем именно вот в тех зонах, где у нас есть проблемы, да, то есть это целлюлит, это локальные жировые отложения, это, возможно, какая-то отечность, это дряблость, сниженный тургор кожи, да, вот, то есть два раза в день в течение месяца мы рекомендуем это средство ежедневно применять. Ну и, наконец, шаг 3 – это у нас сбалансированное питание. Наши коллеги из Испании предлагают нам такую программу диетическую, которая называется «Диета ладошка», да, и не буду останавливаться подробно, для тех, кто не смотрел наш вебинар апрельский, менеджеры наши вам пришлют ссылочку, вы посмотрите, у нас выступала там наша врач-гастроэнтеролог-диетолог Ефимова Людмила Олеговна, и она там достаточно подробно про эту диету ладошка рассказывала, поэтому, кто не видел этот эфир, пожалуйста, посмотрите. Ну и, конечно, четвертый шаг – это у нас фитнес, спорт, да, и вообще физическая активность. Вот. Ну, об этом тоже я говорить, рассказывать, конечно, не буду, для того, чтобы освободить уже эфир для своей замечательной коллеги из Испании, Марии Apple, которая и продемонстрирует вам нашу замечательную профессиональную программу «Целью Программ Плюс». Поэтому сейчас, коллеги, пожалуйста, не отключайтесь, буквально у нас будет небольшая пауза, да, рокировочка такая. Я уступаю место бренд-менеджеру Елене Александровне Петровой, она будет переводить речь Марии Apple. А я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего просмотра. Всего доброго. Добрый день, дорогие друзья. Мы сменили на посту спикера друг друга с Юлией Николаевной. Большое спасибо за такую подробную, за такой подробный рассказ по профессиональной программе и домашним продуктам. Еще раз хочу напомнить, что мы проводили очень подробный вебинар, где рассказывали всю концепцию, все 4 шага очень подробно вместе с Ефимовой Людмилой Олеговной. Вот. И если вам интересно погрузиться в мир коррекции фигуры, прошу вас на наш канал YouTube «Спортмедимпорт», там выложен вебинар этот. Ну, или пишите нам, конечно, мы вам пришлем ссылку. Хочу представиться, зовут меня Петрова Елена, я бренд-менеджер бренда «Жермен де Капучини» в России, и сегодня я буду переводить нашего звездного тренера из Испании. У нас сегодня такой прямой эфир с Барселоной, буквально такой новый формат, который мы хотим использовать, с Марией Apple. Я надеюсь, что сейчас она к нам присоединится и начнет эфир. Пока ее не вижу, но мы в надежде, да, мы сегодня вначале очень подробненько все проверяли, чтобы все у нас работало хорошо. Такой телемост с Барселоной очень интересен, и для нас мы будем продолжать этот формат, и хочу пригласить тех, кто в том числе работает с лицом, на наш следующий эфир с Марией в конце июня, это 30 числа, мы вам будем презентовать новую программу по коррекции морщин и мимических линий, там эксперт РИЦ.
Но в связи с обстоятельствами, вы сами понимаете, нам приходится наши новинки пока запускать онлайн. Конечно, мы надеемся, что все мы уйдем в офлайн, встретим наших клиентов, а мы встретим вас на наших презентациях. Я думаю, что осенью обязательно мы проведем специальные мероприятия по запуску этих новинок. Ну, сегодня тема, хочу сказать еще раз, что очень актуальна, да, не только потому, что сезонно, да, мы с вами каждый год работаем по коррекции фигуры, начиная с весны, встречаем наших пациентов, продолжаем это делать летом, но и потому, что у нас был карантин, мы все были лишены движения, вот немножко набрали вес, вероятно, из-за того, что несколько нервное состояние, мы все бегали к холодильнику, это единственный путь был у нас немножко двигаться, наверное. Вот, поэтому я думаю, что вы видите, что пациенты нуждаются в такой услуге. На что хотелось бы обратить внимание, что наша программа, во-первых, не требует никакого дополнительного оборудования, да, и дополнительных инвестиций. Поэтому я думаю, что это достаточно востребовано будет очень широко. Мы используем аксессуары, ну, сегодня Мария покажет это, которые облегчают работу вашего специалиста и вас, как массажиста, да, то есть вы меньше затрачиваете энергии на каждого пациента, при этом получая совершенно уникальный результат. Он подтвержден испанцами, да, мы, естественно, будем делать свои исследования в России для того, чтобы вам показать результат до и после. Но пока мы просто ошеломлены, скажем, теми результатами, которые мы видим. Вот. И не требуется душа, да, что тоже важно, сегодня Мария будет показывать. Да, то есть практически любой салон может работать с этой программой, принимать пациентов. 8 уходов 2 раза в неделю, плюс домашний уход обязательно, о котором Юлия Николаевна сегодня рассказывала, Defined and Fit, крем 24 часа. На курс в месяц мы рекомендуем 2 флакона по 200 мл. Поэтому обязательно... Поэтому, да, у нас немножко тут технические заминки, поэтому обязательно обратите внимание на это... на эту программу. Так, я попробую сейчас связаться с моей коллегой в Барселоне, да, потому что не вижу, чтобы она начала вещание, но думаю, что сейчас эта заминка будет недолгой. Да, спасибо, Саша, мы немножко, да, да, спасибо вам за вашу поддержку. Мария, Настя. Good morning. It's a pleasure for me. Yeah. Okay, So it's a pleasure for me. Это большое приятно для меня сегодня начать этот эфир. Yes. So it's a pleasure for me to transmit directly from Barcelona this massage, this treatment. As you see, the condition in which we are now, we are not allowed to travel. So for us, it's a pleasure, even if it's a distance, to contact with you, to feel that you are on the other side. So I will start with the treatment. First of all, I would like to thank you to Elena for give me this opportunity to share with you our treatment, our experience, and to be a part of this launching. Да, Мария говорит о том, что сейчас у нас нет такой возможности путешествовать. Естественно, мы планировали привести вам Марию, да, чтобы она лично показала этот уход вам. Но поскольку такой возможности сейчас нет, мы используем вот онлайн-трансляцию. Да, я надеюсь, что сегодня у нас все получится. Из Барселоны прямая трансляция из учебного центра, где Мария одна работает, поскольку тоже есть ограничения в Барселоне с моделью. So now I will leave the camera directly for the body, not to see the body, and maybe you will not see my face, but you can hear me when I will explain the treatment.
Okay. So, Мария будет направлять камеру на ту часть тела, которую будет обрабатывать. Поэтому не всегда будет видно ее лицо, но она будет объяснять вам, что она делает, это важнее. Сразу хочу извиниться, что наша площадка вебинаров не позволяет меня оставить только в звуке, да, и поэтому нам приходится делить экран с Марией. Да, вот, к сожалению, такая техническая возможность отсутствует, поэтому придется мне быть тоже на экране. Вот. Я хочу вас еще раз напомнить, чтобы вы писали вопросы, да, то есть мы будем объяснять какие-то вещи, вы пишите обязательно вопросы, если они у вас возникают, мы зададим их Марии. Окей, Мария, so follow. Okay, so, we will start the treatment with the client face down. Yes? Начинаем. The Sistema peel, so the first step will be our wrap, together with this powder, with this enzymatic powder, we will mix, yes, we will put this powder together with the wrap. Да, вот Мария сейчас делает то, о чем объясняла Юлия Николаевна. Да, на первом шаге мы делаем такое обертывание, но без пленки. Мы смешиваем энзимную пудру с специальным средством. Вот сейчас Мария как раз это делает. Да, еще хочу раз напомнить, что у нас есть мерный стаканчик. 50 мл средства вы совершенно легко... Так, Саша пишет, что не видно Марию. Посмотрите, пожалуйста. Я вот все замечательно вижу. So we mix the wrap with the powder until it's a homogeneous texture, and then we apply all the product first one leg, the other leg. Very important thing here is that in this treatment we don't need wrap, so we don't need to wrap the body, we don't need the plastic, so we'll avoid the plastic. Вам, вероятно, нужно перезагрузить вашу систему, но вот там вот, почитайте, администратор пишет, потому что все видят Марию, не только меня. Мы наносим сразу, значит, мы располагаем пациента вниз лицом и начинаем с одной ноги наносить, на другую. And including in the lumbar area. Okay? So, area. Так, вот перешли на область поясницы, сразу нанесли одно. Саша, что нам делать, если не видят Марию? То есть я так понимаю, что несколько наших слушателей не видят Марию. And then we start with the massage. So, first of all... Мы нанесли на одну ногу, затем нанесли на другую, на область поясницы, и начинаем массаж. And then we will start from the malleolar area. First, I will do a pumping movement here around. То есть с области лодыжки круговыми движениями. Then we will go with drainage along all the area. С дренажными движениями мы делаем дренаж во время вот этого обертывания. Идем к области под коленом. Then popliteal space. Then from the popliteal area I will go direction for to the buttock area. Вот под коленного пространства мы идем вверх по бедру. And then drain again here in the groin area. В области под ягодицами мы делаем такие помпажные движения двумя руками. То есть наша цель сделать дренаж на этом этапе. After that, we will go with the lymph drainage again, yeah, along all the area of the card, popliteal space again. И второй раз мы проходим. Там Саша пишет, F5 надо нажать на клавиатуре. Yes, so one hand, the other hand. One, the
other hand. So we will work alternative. Одной рукой, второй помогаем. And always when we arrive here, we will drain a little bit more, and then work in the same area a little bit the buttocks area. Если вот не видно Марию и видно меня, я могу попробовать не выходить в эфир, если вы поймете все по-английски. Давайте попробуем так. We cover the area, yes, and then we work the same movements on the other leg. И now, переходим к работе на другой. Because the movements are the same, so we will do the lumbar area. So I go to apply more product to the lumbar area. And of course, we drain here, we work very well, including with our thumbs from the middle of the sacral area. I will work with three lines, yes? То есть мы идем тремя линиями от центра поясницы вниз, спускаемся. Двумя руками. If we can see very well in the screen, if you see all these movements in the screen. Yes, yes, I see all these movements. Okay. Я так понимаю, что проблема в трансляции с телефона, вероятно, потому что... Now, at the same time, we will drain from the middle on the side, and I will go here down, yes, in the upper part of the groin area. So, from the middle of the lumbar area, we go with this movement, slowly, slowly, we drain, and we arrive here in the groin area. То есть мы от центра поясницы идем вниз дренажными движениями, медленными. Мы не спешим, потому что важно, чтобы... When we finish this part, we will remove the product with a wet methods and with a dry one. То есть как только мы закончили вот этот дренаж, когда пациент у нас лежит лицом вниз, мы берем две варежки, одна влажная, вторая сухая, да, и снимаем продукт. Влажной варежкой первоначально, затем сухой варежкой просушиваем. Наталья, вон, посмотрите, Марине нашла возможность переключиться на видео. МЕ, это Мария Apple. Посмотрите, чтобы включить кнопочку вот эту, МЕ. Может быть, это спасет ситуацию. And then we work with our oil booster, yes, and with the accessories. So here I have an accessory, which is lipo brain massage balls. This will be specially for the cellulite. And the other one, which is fear massage roller, will be specially for the firming. So firming and, of course, remodeling the body. So. То есть вторым этапом мы переходим к нанесению бустера и используем массажные аксессуары. Желтенький, вы видите, ярко-желтый липо-дренажного массажа и ярко такой розовый для массажа для подтяжки кожи. Мы наносим второе средство, бустер. Тоже начинаем с одной ноги. And starting to work now. То есть, как всегда, мы идем снизу наверх. Here it's very important to take in account if the client has the problem of very sensitive area or broken capillaries, so we need to go. Very gentle. So in the beginning, we need to test a little bit the tolerance of the skin. Да, первым делом мы, конечно, проверяем чувствительность кожи клиента, потому что иногда капилляры или какие-то чувствительные области есть на теле, да, сразу мы делаем массаж, первые движения, смотрим на реакцию кожи. Сейчас мы начали с липодренажных движений, липодренажным аксессуаром. So we work with massages. We work like a fan.
Такие движения мы разминаем, все движения идут наверх. Чередуем роллер липодренажный и руку. Хочу напомнить, что у нас есть, конечно, полное видео обучающее. And personalize. So if I have cellulite, I work with the yellow one. If I have film, so I need to film and have flaccidity, I work with film roller. Ну, Мария говорит о том, что, конечно, у нас персонализация, да, подход к каждому пациенту свой. Кому-то нужен именно липодренажный, антицеллюлитный массаж, тогда, конечно, мы выбираем роллер желтый, да, и работаем с ним. А кто-то нуждается в подтяжке кожи, тогда мы можем выбрать именно работу с роллером для подтяжки кожи. Поэтому обязательно по проблеме пациента идем. Мы не применяем один и тот же протокол на всех пациентов с разными проблемами. So you see the movements can be very similar, but of course each accessory has a different different effect of the skin of the for the for the skin. То есть каждый роллер имеет свой эффект, да, и мы, еще раз хочу сказать, что подробное видео у нас есть со всеми движениями, да, мы готовы вам предоставить, если вы заинтересуетесь программой, поэтому вы обучитесь абсолютно по этому протоколу, не волнуйтесь, если что-то не видно или непонятно. And now I will show you a little bit the movements here in the area of the buttocks, yes, in both, we can work on the other side too. То есть мы переходим на область ягодиц и обрабатываем их с двух сторон. So, of course, the movements are the same in the leg. That's why I work in the buttocks, so you can see much better from this area. Да, ну, она специально вот сейчас показывает подробно с одной стороны, которая нам лучше видна, да, но, естественно, мы одинаково прорабатываем обе стороны. Including we can see that a little bit the skin can be more ready, more activated. So this is very good because with the booster, yes, the oleo booster is very concentrated in active ingredients. So in the same time, I will have to penetrate all these ingredients in the skin. Ну, используя, делая такой массаж, мы тем самым еще улучшаем проникновение бустера, у которого очень активные ингредиенты, и эффект получается более интенсивным, естественно. So, after this, after these movements, we will go to work the area of the lumbar area. So I will apply a little bit more product. In the same time, if I finish... Мария дополняет средства, да, по мере необходимости, да, то есть сразу мы наносим какое-то небольшое количество, если мы видим, что его нужно больше, то мы добавляем по мере прохождения процедуры. Сейчас мы переходим на область поясницы, насколько я понимаю. So I forgot to show you a little bit in the area of the buttocks with the firming movement. So with the firming, we go more this direction. Yeah, always this direction, upwards. Да, вот она забыла показать, как работать бустером для, как работать для подтяжки. Она показывает то направление движения, которое необходимо сделать именно этим аксессуаром. То есть мы вот в таком направлении немножко наискосок вверх по ягодице проходим. Including, we can work in the middle, both in the same time. То есть наискосок вверх плюс по центру тоже проходим этим
аксессуаром. So, and now in the area of lumbar, yes? Here, the same. So, if I have the problem of cellulite in the area, I will work with the yellow color, yes? То есть мы переходим в область поясницы, если у нас есть какие-то изменения целлюлитные в этой области, мы, конечно, работаем желтым, если нет, то нет. То есть мы подстраиваемся под пациента, под его проблему. So especially in the area where I have more more cellulite, so I will focus more with the lipo then. Mm-hmm. То есть если есть какие-то жировые отложения или целлюлит, то, конечно, мы больше времени уделяем именно лимфодренажному массажу. Including circular movement here. Такие круговые движения здесь мы проводим. Zigzag in all the area. Alternate with our hands, and here we can go a little bit deeper with this movement, with nailing, yes? Mm-hmm. То есть чередуется рукой обязательно, массажер, аксессуар и рука. Разминание костяшками пальцев и растирание. So more specialized in the area where we have cellulite. And now if I have firming problem in this area, I will work with firm massage roller, yes? То есть если нам нужна подтяжка, да, в зоне, то мы переходим к работе с вот этим. And here you see, we try to work with this, in this area it can work better because it's much easier. But with this fan, okay, for firming, we will use this movement of fa a lot. Когда мы работаем с аксессуаром для подтяжки, то мы очень часто используем вот такое вот движение. То есть это основное даже, скажем, движение в работе с этим аксессуаром, такие полукруги. And then for finishing, if I see that there still I have product, I will massage with pinching, napping. В завершении, если мы видим, что продукт еще остался на коже пациента, мы делаем ручной массаж, да, то есть это похлопывание, щипки, вот такие, как Мария показывает, да. So, once we are finished with the client face down, we ask the client to turn. После того, как мы сделали с двух сторон, две ноги обработали поясницу, мы просим пациента перевернуться лицом вверх. И повторяем. And we will continue with... application of the wrap, yes? То есть начинаем с нанесения обертывания. Вы помните, что мы смешали пакетик и средство. То есть начинаем с одной ноги, снизу вверх мы наносим от лодыжки до бедра. Всегда следим за тем, чтобы пациенту было комфортно, поэтому каждую зону мы открываем и затем закрываем, да, чтобы пациент чувствовал себя комфортно.
one leg, the other leg. Of course, here, of when I am on the side, it's much easier, but I prefer to do from here because you can see much better the way how I apply. Mm-hmm. So we apply the product, after that we go to apply. Специально стоять с другой стороны, для того, чтобы нам было видно, как это все наносится. And then it's good to have the product very close to you, because if I need to add some product when I do the massage, this will help us to slide but much better our hands along the leg. Ставьте мисочку рядом с тем местом, где вы работаете, потому что мы будем наносить дополнительное средство по мере необходимости во время проведения массажа. Then we drain the same way here until we arrive to the groin area. Mm-hmm. And here the groin area. I don't know if you see well here. Yes, groin area. Mm-hmm. То есть мы от лодыжек отталкиваемся до бедра и делаем помпаж. Вот таким образом, как Мария показывает, внутренняя поверхность бедра. And of course, we will do the same movements. So this movement will be repeated many times. Yes, it can repeat from 5 to 7 times. And now I go to work, especially the area of abdomen. Эти движения повторяем несколько раз, конечно, от 5 до 7 по необходимости. Да? Если нам нужен какой-то, вот, ну, мы видим, что отечный у нас пациент, нам нужно побольше сделать этих движений, скажем, 7. Да? Если проблем с отеками меньше, то мы делаем 5 повторений. Ну, естественно, мы сразу обрабатываем одну ногу, затем другую, и после этого переходим на область живота. And then below we will drain the large intestine. The transversal, yes, transversal. Mm-hmm. Ascending here. Вот такими движениями зарабатываем. And go down in this way. И спускаемся вниз, вот так вот. Of course, circular movement here. Циркулярные движения, конечно, производим по часовой стрелки. And then drain in this way to all the area of the abdomen. И еще раз вот так вот делаем такой помпаж в зоне поясницы. Okay, once we finish to work on both legs and the abdomen, we will remove the rest of the product. Ну, мы помним, что после того, как мы нанесли полностью вот такими массажными дренажными движениями средства, мы его должны удалить. То есть мы под пленку с вами его не наносим. Несмотря на то, что мы называем его обертыванием, оно не наносится под пленку. Одна влажная рукавичка, вторая сухая, просушиваем. Wet and dry always. Всегда влажная и затем сухая. Еще раз хочу повторить, что это очень удобно для тех кабинетов, где нет душа. И это удобно для вашего пациента, который не нужно вставать, уходить в душ, потом опять к вам возвращаться на кушетку. Да, вот этот такой принцип работы с влажными рукавичками очень удобен.
И хочу напомнить, что у нас в ассортименте аксессуаров есть такие рукавички для удобства вашей работы. Значит, следующим мы наносим бустер этапом для того, чтобы... And of course we start, with the next step, which is apply oleo booster. Spread very well the product in all the area. То есть мы наносим, разносим его по всей поверхности ноги, да, очень равномерно. Естественно, опять мы всегда двигаемся вверх, от лодыжки до бедра. And starting to work in case of cellulite. So usually we work more from the knee in the upper part. And I go first with... Для работы с липодренажный аксессуар мы используем. Естественно, область от колена и выше по бедру мы обрабатываем. Такие вот прокатывающие. Дальше полупопулярные. Circular movement. Циркулярное движение. Зигзаг. Зигзаг Мария показывает. And of course, as I say, always important to see the tolerance of the skin, yes, the sensibility, how sensitive is this skin. Here we will work a lot with the kneading movements. Да, то есть опять Мария хочет обратить внимание, когда мы работаем с аксессуарами, обращаем внимание на то, как реагирует кожа. Да? То есть мы провели первые этапы массажа, смотрим, как реагирует кожа, и дальше мы понимаем, можем ли мы усилить воздействие, либо мы оставляем его на таком легком уровне. Здесь... In the same time we can bend the leg and work in this way, you see. То есть, когда у нас пациент лежит на спине, да, мы уже вот работаем таким образом, просим пациента согнуть ногу, да, и вот так вот обрабатываем. Ну, еще раз хочу сказать, что мы анализируем программу под пациента, да, выбираем тот аксессуар, который необходим по его проблеме, но в основном надо сказать, что пациенты уже там с возраст 35+, имеют обе проблемы, да, это и дряблость, и целлюлит, и лишний вес может быть какой-то, да, поэтому в основном мы будем с вами использовать оба аксессуара. Сейчас вот Мария к аксессуару для подтяжки кожи. That I have here more flexibility, including we can bend the leg in this way and work in this area because a lot of clients, they have more in the internal area the problem of flexibility. Да, то есть мы вот дальше пациента просим согнуть ногу так, чтобы обработать самые проблемные, мы знаем, внутренняя поверхность бедра очень проблемна в плане дряблости кожи, да, и для того, чтобы обработать эти самые проблемные зоны, мы вот таким образом просим пациента расположить ногу. So, you see, in this way it's much easier to work very big. То есть мы видим, что очень легкая работа, да, мы понимаем, что больших энергетических затрат мы не получим, да, как специалисты, поэтому это действительно эффективно, но не так трудозатратно и энергетически затратно, как ручной массаж. Including alternate with my hand. То есть дальше мы используем и воздействуем. Опять хочу напомнить, что у нас есть полное видео, поэтому не стесняйтесь, запрашивайте, да, мы вам дадим и полный протокол проведения программы, вы никогда не ошибетесь, выберите ту методику проведения, которая по вашему пациенту будет более необходима. Сегодня такие методы послушаем. And if I see that still I have product, so I can finish always with this tapping.
То есть вот такое вот похлопывание и постукивание говорит о том, что мы впитали средство, да, то есть мы дополнительно ручным массажем впитываем остатки средства, чтобы мы же не смываем с вами его, поэтому нам важно, чтобы пациент все средство впитал в кожу, чтобы оно работало у него обязательно. And then the other leg, and now I go directly toward the abdominal area. In case that I have cellulite retention of fat, so I will work in this way here. То есть Мария говорит о том, конечно, что дальше мы переходим к другой ноге, но поскольку у нас такой мастер-класс короткий, скажем, да, мы не можем сделать полную процедуру, это очень долго будет, то она переходит вот сейчас к животу и показывает, как работать антицеллюлитным липодренажным роллером на области живота. Alternate, yes, on the side, from outside to inside. То есть мы обрабатываем боковую поверхность снизу вверх до центра живота. И с другой стороны повторяем то же самое. And in case of flaccidity, we work with this. Ну, если у нас область живота, мы продолжаем это таким аксессуаром, который специально для подтяжки у нас создан. So my client has a lot of bones, so here it's a little bit more difficult to work, but you need to take care always to avoid to touch too much the area of the bones. Ну, Мария говорит, что у нее пациент сейчас достаточно такая стройная девушка, поэтому у нее кости, да, есть. И поэтому мы обходим, конечно, зону костей тазовых, да, для того, чтобы было все-таки пациенту комфортно. Вот. And for finishing, always have to penetrate all the... И для завершения, booster, да, делаем массаж руками, для того, чтобы впитать бустер в кожу. So, I want to tell you that when we do the test of this treatment, so we need only 8 sessions, 2 sessions per week, and really we have very good results in abdominal area, in the legs, here, in this side, where we have always a lot of retention. So, the treatment is very, very effective. So we reduce this concept of 10 sessions to twice per week because we see that only in 8 sessions we can achieve very good results. Ну, Мария, еще раз, внимание, что для достижения очень хорошего результата нам нужно всего 8 сеансов, 2 раза в неделю. Но об этом мы подробно рассказывали немножко ранее. Вот. И очень хороший результат, да, ну, вы видели фотографии до и после, и в зоне целлюлита на бедрах, да, и лишних жировых отложений, и зона живота, и дряблость, просто удивительные, уникальные результаты. Окей, Мария. Окей, I hope you like... You like the treatment, even if we have problem for starting with the camera, but I hope it's very clear, you can understand very well the movements. So, stay safe. Thank you to be with us this time, and I hope see you soon. Да, ну вот Мария говорит, что она надеется, что очень вам понравилась наша новая программа и наша новая техника массажная и массажные аксессуары. Я уверена, что вашим клиентам они тоже очень понравятся. Вот. И она желает всем нам здоровья, да, и надеемся, что мы скоро, скажем, может быть, в конце года даже увидимся, потому что, конечно, мы ждем Марию здесь, в России, у нас, для того, чтобы сделать уже вживую презентацию.
Thank you, Maria, very much. Если у вас, друзья мои, есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Хочу еще раз напомнить, что все условия коммерческие запрашивайте обязательно у наших менеджеров, пишите нам. Если вам видео нужно, Наталья, конечно, оно у нас есть, и мы вам пришлем, напишите, есть полное видео обучающее, которое мы готовы вам дать вместе с программой, да, то есть вместе с программой вы можете получить видео, как использовать аксессуары, очень подробно описано. Продолжительность процедуры. How long this treatment? It's 15 minutes or 1 hour? The question is... This treatment is approximately 1 hour. So you can finish 55 minutes, 1 hour. Ну, где-то продолжительность этого ухода около часа, но все зависит, конечно, от того массажа, который вы будете делать, и его продолжительности. Как вот мы говорили, да, что вы смотрите по состоянию пациента и делаете необходимое количество повторений, да, то есть где-то мы делаем 5, а кому-то нужно 7. И массаж по интенсивности, где-то мы прорабатываем эту зону больше, где-то нам нужно меньше. То есть в среднем это около часа. Окей? Okay. Может быть, другие какие-нибудь in у вас? That, mm-hmm. Yes, yes. Mm-hmm. In case that you want to combine with pressotherapy, we start with the client face up, they put the pressotherapy, and they have 20 minutes, 30 minutes, the problem of pressotherapy. This can help a lot, but only in case that they have this equipment and they want to combine. The treatment is working perfectly without any equipment. You don't need to apply any equipment. Mm-hmm. Ну, Мария говорит, что мы можем сочетать с аппаратными методиками, например, этот уход, да, например, на первом этапе, когда мы наносили обертывание, мы можем использовать прессотерапию, да, здесь зависит от той программы, которую вы выбрали, это может быть 20-30 минут, и затем мы продолжаем уже массаж с аксессуарами. Но это не обязательно, поскольку программа сама по себе, да, в том протоколе, который мы вам показали сегодня, дает прекрасные результаты. They have more questions because I want to thank you to my mother and to leave her go. Mm-hmm. Okay, but is any maybe six or some some illness which is not allowed to use this program? No, we don't have a lot of contraindication. Mm-hmm. With the accessory is always when you have a lot of fragility in your capillaries, you need to go with a lot of care because you can broke this capillary more. So it's important to, in the area where you have broken capillary, you don't work with the accessories. So in this area, we work more with the hands. Mm-hmm. Only this is the contraindication. And of course, you can have a lot of contraindication if somebody has a cancer, oncological problem, or something very special. But these things is always very... you need to consult with the doctor, so it's not something special which we can say this is a strong contraindication. Only this fragility of the capillary. Противопоказания, вот был вопрос по противопоказаниям, их практически нету, кроме таких обычных, которые мы в уходовых процедурах всегда говорим о них. Это рак и какие-то раковые болезни, да, с ними связанные. Но, как мы говорили во время показа, да, что мы всегда следим за тем, как реагирует кожа. Если у нас капилляры близко расположены или какая-то проблема, да, именно вот, чувствительность кожи, то мы можем не использовать аксессуары, а делать ручной массаж, да, использовать только ручной массаж. Поэтому мы сразу используем аксессуары очень деликатно, смотрим на реакцию кожи, и после этого мы уже переходим, там, выбираем путь, да, как мы это делаем, протокол. Либо мы делаем интенсивно, либо средней интенсивности, то есть специалист уже смотрит по ситуации. And the question, Maria, is the zones on the body which we can walk, is it only from knee to
to lumbar area, or we can walk on a hand, for example. Of course, we can work. We can work from the elbow to the shoulder. It's a very good idea. Of course, they can work perfectly, no problem. Only when we do the test more in the area of the legs, where we have more cellulite, abdomen, or flaccidity. But of course, it's recommended to work from the elbow to the shoulder. Да, ну вот по зонам, да, ну, конечно, мы вам показали классическую программу, на которую она нацелена, сам этот пак и аксессуары, которые мы используем, да, этот целлюлит, это дряблость и лишние объемы. Но мы знаем, что в области плеча, например, да, тоже есть проблема дряблости. И Мария говорит, что, конечно, мы можем работать, да, от локтя выше к плечу и аксессуаром, но я думаю, что скорее мы все-таки используем аксессуар для подтяжки кожи, да, мы можем нанести средства так, как мы наносили в том же порядке, и, конечно, обработать эту зону с дряблой кожей. Thank you. По себестоимостям, пожалуйста, задавайте вопрос менеджерам, да, мы вам все пришлем, всю информацию по тому, что нужно, да, потому что массажные аксессуары продаются отдельно. Сразу хочу сказать, да, есть пак с программой, массажные аксессуары отдельно, поскольку это многоразовое использование, да, мы можем их обеззараживать, очищать и использовать их абсолютно, время не ограничено на их использование. Поэтому обязательно пишите, те, кто зашел Елена, через соцсети, обращайтесь, либо через сайт. Елена, they have... Yes, okay, Maria. If they have more questions, if they have more questions, I can answer. I ask you all questions which we have, so I think we can finish now because we have no questions. Thank you very much. Okay, then only thank you, Elena. Thank you for allowed to do this this seminar online or this presentation, and thank you for all of the beauticians. I give you a big kiss, a big hug, and thank you for being loyal to our company, to our brand, to Germaine de Cappuccini, and to be there. And I hope that this will help us when we go back to work to offer to our clients and to lift up a little bit our businesses, no, in this condition what we are now in this time. Мария благодарит всех нас за то, что мы присутствовали на этом вебинаре. Это первый раз у нас такое, ну, в России как минимум, возможно, в других странах делала компания Germaine de Cappuccini. Вот, что мы опять встретимся, и мы действительно встретимся с вами 30 числа, когда мы будем делать презентацию программы Time Expertrice. Я приглашаю вас на эту презентацию, Мария будет делать показ. You have one question about allergy. Do you know some cases with allergies or not? No, we don't have any cases with allergy. You see, always it's important when you want to know if the client can have an allergy is to see the ingredients, no? Because here we have very natural ingredients. So this oleo booster and including the first step, no, the wrap for the training, has very natural ingredients. If the client has allergy to these ingredients, then we can avoid, so we don't recommend for them. Ну, Мария говорит, что были исследования достаточно на большом количестве пациентов, да, в презентации, я не помню, говорили мы о количестве или нет, пациентов, на которых были сделаны тестирования, да, добровольцы, как всегда, собственно, у нас новинки, проверяют в институте Germaine de Cappuccini, и случаев аллергии не было. В программах, в ингредиентном составе использованы натуральные ингредиенты. Естественно, возможно, в случае аллергических реакций, мы никто не застрахован, да, на какой-то один компонент, кто-то у вас может прореагировать. Но в целом, да, на достаточно большой выборке пациентов таких случаев не было.
Вот, поэтому мы рекомендуем эту программу проводить без каких-то ограничений, да, но если вы заметили, что у пациента какая-то реакция, ну, значит, вам можно выбрать другую программу. В ассортименте Germaine de Cappuccini очень много корректирующих уходов. А по поводу, куда писать менеджерам, вот вопрос от Натальи. Наталья, спасибо большое за вопрос. Пожалуйста, зайдите либо на сайт Germaine de Cappuccini, .com.ru, и там есть формы связи, да, вы можете, телефон там есть формы связи, куда вы можете написать. Если вы пришли из соцсетей, то вы, конечно, можете в директ написать вопросы, и мы обязательно вам ответим. Поэтому любой из перечисленных способов, да, вы можете использовать. У нас офис, еще раз хочу сказать, в Москве, в Санкт-Петербурге, да, вы можете туда звонить и обращаться. Украина, в Киеве есть офис, поэтому, пожалуйста, не стесняемся, обращаемся в любом месте. So, Мария у нас уже... ушла. So, Maria, thank you very much. We'll meet you at the end of June next time. Thank you very much for so interesting webinar and for masterclass, these new accessories. Thank you. Then I see you in the next webinar. So we will have another webinar. It will be very, very interesting. Please connect, because we will learn a lot of new things in the facial. So yeah. Have a nice day and stay safe. Adios. Adios. Mm-hmm. Okay. Так, bye-bye. Bye-bye. Друзья мои, еще раз напоминаю, 30 числа мы проводим мастер-класс. У нас очень интересная массажная техника в новой программе РИД с новым аксессуаром. Вот, такой техники фейс-йоги, абсолютно новая техника, поэтому, друзья, пишите обязательно, записывайтесь на наши вебинары. На сайте germaine-de-cappuccini.com.ru вы найдете расписание всех наших вебинаров, в том числе и этого. Благодарю вас за внимание. Если есть или появится вопросы, обязательно пишите. Спасибо вам большое, что провели этот солнечный день летний с нами.